Всем привет! Мы с вами сегодня снова на аэродроме Орешково, и у нас проходит совершенно уникальное мероприятие. Впервые в России за долгий-долгий период, еще со времен Советского Союза, будут проведены русские авиационные гонки на реактивных самолетах. У нас в Орешково, повторюсь, впервые в истории современной России это мероприятие будет проходить сегодня именно. Вот как вы видите впереди, уже устанавливают конусы, первый наполнен. Сейчас на свою тренировку взлетела Юля Крылова, Julian Jet, вместе со своим инструктором Владимиром Лесником. Они сейчас отработают маршрут, мы посмотрим, как это все дело будет происходить. Вот. А потом Юля еще слетает зачетный полет самостоятельно по плану тренировки. Ну, сегодня будет больше 10 пилотов участвовать в этих соревнованиях. Будут летать самолеты Л-29, СР-10. Вчера, кстати, когда были тренировочные вылеты, СР-10 показал просто феноменальную маневренность. Ну, как феноменальную в сравнении с Л-29, безусловно, и Л-39. Но в любом случае, то есть на сегодняшний момент у нас есть ощущение, что именно этот самолет покажет сегодня прекрасные результаты. Так вот, больше 10 пилотов, 4 самолета, которые будут летать по программе зачетных вылетов, плюс еще будет летать поршневая техника по программе соревнований. В общем, сегодня в Орешково будет очень круто, насыщенно. Для тех, кто только присоединился к нам, повторю еще раз, сегодня в Орешково проходит впервые в России за долгий период времени чемпионат России по авиационным гонкам на реактивных самолетах. Именно на реактивных самолетах. Сейчас идет период, когда устанавливают конусы. Вот вы видели, один уже надули. Конусы эти будут обозначать ворота, входные ворота, через которые пилоты должны будут выполнять проходы. Вот впереди, вот там вот далеко, вон он виден, летит Л-29 на тренировке, на тренировку вылетел он. Значит, в кабине Юля Крылова, пилот из Орешкова, ее инструктор Владимир Лесняк, они сейчас отработают несколько учебных проходов между обозначенными на земле конусами. В течение получаса, я думаю, что все конусы уже будут подняты, и мы увидим, как же это все происходит. В 11 у нас начало квалификации, поэтому после вот этой тренировки я на некоторое время прервусь. А всем, кто не в Орешково сегодня, ребята, подключайтесь ближе к 11, потому что начнется трансляция прямая. Пока мы ждем вот зачетный полет, точнее тренировочный полет Юли и Владимира. Напомню, сейчас один борт Л-29 вылетел для тренировки. Вчера был целый день, тренировочный день. Вот. И сейчас тоже до 11 летчики и пилоты будут выполнять тренировочные полеты. Вот мы видим, устанавливаются конусы, ворота входные. Один уже надут. Вот там вот впереди еще. И вот я слышу, уже заходят на проход Л-29. Вот они, да. Давайте посмотрим, как эта история происходит. Главное это войти визуально в конусы, сделать маневр перестроения. Ну, пока... Пристрелочный, видимо, проход Юля делает для того, чтобы понять, в общем-то, маршрут. Она вчера уже летала свою тренировку первую. Вот. По ее отзывам получилось довольно-таки неплохо. Повторюсь, сегодня в Орешково, в России, впервые за долгое время проходит чемпионат русские авиационные гонки на реактивных самолетах. В свое время в СССР была такая дисциплина, но в силу ряда обстоятельств она была, скажем так, методика, и все наработки были утеряны. И сейчас мы в Орешково, здесь на Калужской земле, восстанавливаем этот вид соревнований.
у нас готовится территория, отдельный шатер для конструкторского бюро САД, которое разработало самолет СР-10. Он сегодня будет участвовать в квалификационных полетах. Вот Юля возвращается, давайте посмотрим ее проход с перестроением. Ну, пока нету конусов всех, да, еще динамика не так видна, поверьте, мы сейчас тоже вот утром летали тренировку, эта история такая, прямо адреналин-адреналин, потому что вчера, например, ребята с тренировки привезли перегрузку семерку, да, то есть это достаточно серьезная такая история. Вот, продолжаем, значит, смотреть территорию, готовим мы шатры, посадочные места для участников соревнований, прессы. Сегодня ее будет очень много, мы пригласили различные СМИ, региональные, и федеральные, и московские, и калужские. Вот, так что сегодня здесь будет, как говорится, горячо. Если есть какие-то вопросы, ребята, задавайте, я пока вот в эфире постараюсь на них ответить. Потом я прервусь после окончания Юлиной тренировки и вернусь к вам уже ближе к квалификационным полетам, которые начнутся после 11, потому что нужно будет послушать, что обсуждают настоящие летчики, настоящие пилоты, как они готовятся к соревнованиям. Повторюсь, впервые России в Орешково сегодня будет проходить чемпионат. Так, смотрим. Русские авиационные гонки на реактивных самолетах. Да, формат событий очень мощный, действительно. Участников, я сказал, на сегодняшний момент более 10 пилотов зарегистрировано. Высота конусов первых входных ворот 30 метров, вторых ворот 40 метров. Расстояние между конусами, вот сейчас врать не буду, не вспомню, ребят. Но такое, в общем, когда ты к этой истории подлетаешь, это такое ощущение, что ты должен попасть там ниткой в ушко игольное, да, то есть, в общем-то, на скорости, а скорость под 500 км в час в этот момент, на скорости расстояние между конусами кажется очень и очень маленьким. Соревнования, да, только сегодня проходят, один единственный день, ну, в общем-то, и понятно, вчера был тренировочный день, вчера много летало техники, много пилотов тренировалось. Сегодня в 11 начнется квалификация. Так, Юля заходит на еще один проход. Значит, задача, вот посмотрите на этот конус, да, задача пройти по верхней кромке, не там, где белая, да, часть конуса, там нельзя проходить, это очень низко, это уже считается не зачет. Конусы, ворота конусов нужно проходить только в горизонте, никакого крена не допускается. То есть, соответственно, когда участник соревнований, да, спортсмен, пилот-спортсмен подлетает к воротам, он должен вывести самолет в горизонт, после этого переложиться в крен практически 60, снова переложиться в горизонт и войти в новые ворота. И такую вот такую восьмерку он должен сделать на скорость и на время. Вот такие дела. Юляша красотка, пишет нам некая Елена Игоревна. Возможно, Елена Игоревна что-то знает про Юляшу. Поверьте, сейчас в кабине Юляша выглядит весьма и весьма необычно. Скорее всего, она очень напряжена, сосредоточена. Вот она, кстати, заходит на еще один проход. Еще конусы не все встали, поэтому вы не сможете увидеть, скажем так, этого момента прохождения ворот. Ну, пока высоковато, надо признать, высоковато она идет. Вот дальний конус, по нему хорошо видно. Вот эта красная зона, это та зона, в которой самолет должен пройти. Да? Белая, это не зачет, и выше конуса тоже не зачет.
Юля улетела, но обещала вернуться. Ну что, давайте будем уже... А, вот, кстати, еще один конус стал. Отлично. Но это не расстояние между конусами, это разные ворота. Вот, чтобы вы понимали, вот один конус, а вон второй сейчас будет выставлен. Да, и, соответственно, здесь тоже вот один, а вот там вот второй. Сейчас давайте посмотрим еще один проход, Юлин, и после этого будем завершать наш выход в прямой эфир. Напомню, сегодня в Орешково проходят впервые в России за долгий период первые русские авиационные гонки на реактивных самолетах, подчеркну. Безусловно, соревнования эти давно уже проходят, давно уже восстановлены в России. Огромная благодарность за это русским авиационным гонкам, которые возрождают в России эти спортивные дисциплины. И вот сегодня начинаются соревнования, через пару часов начнутся они, да, где в авиационных гонках будут участвовать реактивные самолеты Л-29, СР-10. Вчера выполняли зачетные полеты Л-39, но сегодня в соревнованиях, повторюсь, будут участвовать Л-29, Л-39. И в том числе в отдельных дисциплинах будет участвовать поршневая техника. Мероприятие это сразу... поправлюсь, оно закрытое, да, мы приняли решение, так как это впервые, это тестовое мероприятие, понять, отработать всю механику, ну, скажем так, отработать все, что связано с безопасностью, с организационными моментами. Вот Юля, по-моему, она уже на посадку заходит, потому что большой радиус, да, вот она на посадку идет. Напомню, сейчас тренировку провела Юля Крылова, Julian Jett в Instagram. Следующие после нее полетят другие пилоты. Сейчас тренировочные полеты до 11. В 11 начнется квалификация. Поэтому я сейчас с вами уже прощаюсь и постараюсь вернуться в эфир после 11. В общем, как-то так. Эхо нам бы в Кронштадте метров на 400. Понятно. Но это уже вздохи ахи начались. Вот. В Орешково полоса 2 километра. У нас все хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля. Все, всем спасибо, давайте до встречи.